Все включено. Ты будешь снимать поддон? Да, сейчас помещу два молока. Неудобно давать. Потечет больницу. Убери головку там снизу. Где? Вот туда руку поменяй. Вчера себя маслофильтр есть. Грубо очистки. Да. Наружу поддон первый раз. Там получается фильтр грубой жидкости, там должно быть много чего интересного, да? Ничего тут не должно быть интересного. Ничего не фильтрует. Ну окей. Тогда зачем он тут стоит? Это если куски клапана посыпятся, да? Чтобы он их словил сразу, да? Он для чего-то будет. Куски шарика, если куски зубьев, если посыпятся, чтобы он их словил. Подожди, или это тот забор? Забор масла. Получается, да? Вот через этот фильтр. Да. Втягивает туда. Ну, оно практически на всех грубо очистит. Ну, так он не умеет такого живого. Ну как бы нечем ломаться у вас без прикол. Единственное, что краска тут это хорошо. Значит, сняли фильтр. Первый раз, первый раз получается грубой очистки. Он, видите, там ил уже на дне или песок, непонятно что. Грязь. Грязь, да. Надо чистить. Ты потом.